Выходила вообще без мандража, с таким удовольствием на самом деле, получила такой кураж. Очень хорошо взаимодействовали с тренерами, была рада их видеть рядом и выполнять их команды. Бой проходил спокойно, так как планировали, выстроили определенную тактику, шла именно по четким задачам тренеров своих, четко слышала команды из угла. Еще раз огромное спасибо, колоссальные эмоции. Не могу не поблагодарить Кириенко Татьяну Анатольевну, нашего главного спортивного функционера страны, за ее огромный вклад в бокс, в нас, в женский бокс. Безумно ей благодарна. Благодарю Старовойт Романа Владимировича за его вклад в развитие города Курска. Двигаемся дальше вместе с ним, вместе мы едины. И хочу поблагодарить Смирнова Алексея Борисовича, также за его большой вклад, поддержку. Безумная благодарность, что вы все рядом.